Приветствую вас, земляне! С вами Сенсей. Давайте сегодня посмотрим игру Call Duty Ghost. Я ее не видел. По-моему, я начинал в нее, вот только там поплавал в космосе и все. Поэтому хотелось бы ее посмотреть. Давайте попробуем. По отзывам игра барахло. Но мы сейчас проходили только что войнушку. Сейчас посмотрим, как здесь будет у нас. Давайте на рядовом, что ли. Как другое бы, время, шутеры, они другой враг. Поживее, поэтому... 60 человек из отрядов войск первого уровня отправили против 500 вражеских бойцов. Far Cry, наверное, их цель завтра будет. Вытеснить противника из гражданской больницы, сохранив жизнь пациентам. Удерживали позицию 3 дня, но численность врага была слишком велика. Это кэширование постоянно, так долго. Я помню раньше. Еще одну ночь они бы не Да, я хотел сказать, там мне. Это знал. Я начинал этот Battlefield 3 проходить. Если кому интересно, пишите. Продолжим. Там одну часть я только залил. Остальные образовали строй, укрывшись. Найдите ее там, она в середине, ниже середины. Пока они ждали. Кровь с трупов лилась на них. На эту кровь лучшая часть. Налип песок. Кровь изменила их. Своего рода помазание. Хочу сразу всех поблагодарить, кто заходит на мои каналы, смотрит мои видео. Эти 14 большая благодарность всем тем, кто смотрит их на YouTube. Они стали невидимыми охотниками. Против их скрытности враг был бессилен. Какие-то песочные патроны, в ход пошли штыки. А когда штыки затупились, в ход пошли. Графику кулаки. Я немножко прикрутил, но резкость не делал сильно. Вроде она и так резко. Из всех врагов в живых остался лишь один. Его нашли в пустыне. Он бесцельно бродил там в бреду. Он рассказал своим товарищам о силах столь ужасных и могучих, что они могли быть только сверхъестественными. Он назвал их призраками. Все это правда произошло? Да. Да ладно, пап. Ты же не веришь во все эти какого истории. Года ну что ж, ладно. Давайте двинем домой. Да, или какого, или еще раньше. Пошли. Что-то живее. Анимация вообще. Болванчик. О, немного трясет. Такие вещи очень пугают вашу мать. Ubisoft хорошо умеет ставить вот миры, вот отличные у них вот эти что, пейзажи, опять? Вот это все. Будет еще пара а вот толчков, все разработчики Call of Duty умеют ставить вот спецэффекты, я считаю. Еще и ветер сильный поднялся. Мое личное мнение. По спецэффектам они, конечно, лучшие. Отец, пойдем домой, проверим, ничего там не сломалось. Это их и фишка, бля, постоянно что-то там происходит, где-то что-то бах, там валится, рушится. Берут они этим, конечно, молодцы. Один. Это Один. Дом, мальчики, живо! Глаза, бля, сразу встали, бля, трясется все, как в этом. Это не в этом, землетрясение! Тин-тин, бля, бля. Кэш, отведи брата в подвал, а я за машиной. Тишняк. Давай, Логан! Давайте побыстрее, блядь. Чё ты, вы копошитесь столько времени? Куда идти-то? Что за вступление Куда, такое? Залезай. Нудное, блядь. Вам дорогая. Я и так бегу всю дорогу. Нашли, когда подсказать, да? Как бежать там. В самом начале надо было писать эту хрень. Ну же! Такое впечатление, что я здесь вообще не играл. Да? Я вроде в космосе летал, я может не в этой игре. Заело! Помоги! Ладно. 3, 2 Раз. 1 Навались! Ну? А, ну-ну, вот сейчас, по-моему, после. Испытание орбитального оружия
прошли успешно. Понял вас, Мосли. Отслеживаю сигнал своих, холостого выстрела. Эй, Бейя, а вот и наш транспорт. Идем туда. Пэллоуд, это диспетчер Одина. Мы готовы к приему. Диспетчер Одина, мы отправляемся инструктировать новую команду. Вас понял. Мы готовим шлюз С. Шаттл приступает к стыковке. Пэллоуд, 10 метров. Начинайте вращение. Открывайте, скворечник. Пэллоуд, 5 метров. Мосли, шлюз С готов к стыковке. Захват. Ориентируйтесь на опору колючки, сдавайте назад. Понял вас, Бэллоуд. Герметизация шлюза. Страшные такие, да? Ой, хочется уже поскорее домой. С подвязок, так, прилетает лавы. Пэллоуд, стыковка будет жесткой. И вы сели. Отличное пилотирование. Ну, прикольно сделано так, что интересного. Смотрите, помогу. Вы еще помоги мне с разгрузкой. Аделанты! Что это за черти там? Шаттл захватили, что я так понял. Понятно. Осторожно! Давай сюда, осторожно. Куда ты, блядь, схватился ты, блядь? У него даже эмоций никаких нет, смотрите. У него эмоции, он без эмоций, просто смотрит на меня и все. Да ладно, это... У меня это эмоции, блядь, появились сразу, когда он ухватился. Это не учение! Чурбан такой. Вот поэтому он оружие и потерял. Потому что он чурбан, блядь. Из психушки сбежавшие, блядь. Брейкер, осторожно, их стало еще больше! Один готовится к использованию первого заряда. Открывай, скворечник! Че ты? Лос-Анджелес, захват! Ёб ты, ничего себе. Сан-Диего, на полстве. Захват. Феникс, захват. Наведение. Как он открывает? Чем он открывает? Наведение Майами. Захват. Оружие нужно. Один подтверждает захват цели. Ты безопасная зона близко. Живо туда. Запуск через 10 секунд. Команде берите. Они загружают координаты цели. Теперь все. Что нам делать? Идти в безопасную зону. За мной. В Один загружаются координаты цели. Диспетчер. У нас критическая ситуация. Лупит, блядь. По земле, блядь, плевать. Вот так вот американцы вонючие, тупорылые обезьяны. Вот вас что ждет. Не мы вас захватим, а вас захватит скрипочка. Сдохли там сами все. А куда мы плывем, я не пойму. Мама. Классно. Ну, чего ты? Говно, дайте мне порулить. Хьюстон, дайте мне сесть за руль. Мы с Брейкером все еще здесь. Вот ведь срань. Принято, Мосли. Наведение зарядов 3 и 4 Одина отменено. Но второй заряд по-прежнему готов к бою. Наведение завершено. Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, ну, Чикаго, все. Вашингтон. Чуть схватился за горло, блядь. Что ты простыл? Нужно его ликвидировать. Давай лечу я, чё надо? Атлас, насколько нужно отклонить? Стрелять нам бесполезно, я думаю, наверное, чё-то надо сделать. Левый борт или корму, но дистанционное управление не работает. 23 градуса, мы подплывем эту банку в океане. Ну чё не так-то, блин, чё надо сделать? Сам. А вон матрёк. Помоги открыть эту штуку! Защита Лондона, Хьюстон! Ну и чё они этим хотели показать, я не пойму. Ну стрельнули они и раз. Вызвал его Бейкер, огонь! Так мы сейчас взорвёмся, курица. Как обычно, мужчина спасает, да. Она делает, а я... Она... Чё надо-то, я не пойму, курица. Перестал кудахтать-то. А, кстати, я музыку отключил. Как это? Теперь он точно войдет в атмосферу. Только я не знаю, в меню я ее отключил. Специалист после. Кира!
Вроде такой нет пушки. Мы потеряли связь с командой диспетчерской Одина. Повторяю. Сколько времени? На связь с диспетчерской Одина. 10. Черт, сгорели так и все. Матрешка у нас там настоящая. Я только задумался. Почему я ее не прошел, вот это понять не могу. Очень интересно. Я ее не играл в нее. Обычно я не особо верю там отзывам. Класс, да? Тут я вообще не помню. По-моему, какой-то чинец я не играл. А в космосе я летал. Прыгнул вонючий. А кем я играю? Что это за болванчик? Как он его зовет? Нужно прыгать! Давай, давай, нужно, прыгай! Я за тобой. Обгорел я чуток, мужик. А я и орел какой-то. Опа. Сыграем бильярд. Культи эти, блядь, это бесит. Ну все, начался квантум брейк, блядь. Нахер, говнище ваше. Требезжание. Че не так, блядь, бежали, бежали, теперь обратно, блядь, беги. Повезло. Логан, вы как? Папа, все в порядке. Залезайте в кузов. Он оттуда приехал. Оттуда прилетела бочка, а он приехал оттуда. Опасность миновала. Эта бочка тащи горела. Тащи его в кузов, давай скорее. Надо сваливать отсюда. Пока я ничего не могу понять. С тобой все будет хорошо, сын. Наверху какие-то бандюки захватили, да, лазер. И лупят. Держитесь, Балюка. Ребята! Так я понял, да? Но это, наверное, не главный герой. И вот этот главный герой, которым я играю. Там вот что-то несколько лучей-то показывает. Что это такое? Восхождение Федерации началось много лет назад. Когда огромные производящие энергию пустыни были уничтожены, наступил коллапс зависевших от них держав. И тогда же началось возвышение Федерации. Я помню, я еще слабый был. Бля, вообще не дождешься. Поглощая все на пути своей безжалостной экспансии на север. А сейчас 3000 тоже не дождешься. Обратив против нас Один, Федерация встала на границе Америки, а там был готовая вообще нанести удар. А что ж, как он там? Они считали, что мы ослаблены. Легкая жертва, ждущая последнего удара. Мы сражались долго, упорно, пока не оказались в патовой ситуации. И здесь, в кратерах нейтральной зоны, мы теперь ведем оборонительную войну с превосходящим нас противником. Как там у нас по напряжению? Все нормально? Даже 2000 не разгоняет, что ли? Нет, разгоняет. Викинг 6, как слышно? Эш, Логан! А, вас понял, да, мы здесь, вперед. Судя по поступающим отчетам, Даллас был атакован прошлой ночью. Центр требует повторно прочесать стены как можно быстрее. У меня как на воде компьютер. Труба с лоджи идет. Нет. Холодный воздух подается. У меня еще вентилятор в ней там стоит, но я сейчас не включаю его. Вообще замерз. Прости, не разбудил. Думал, тебе лучше отдохнуть. Тише, парень. В стекле прорезал такую дыру и эту гофрированную трубу воткнул. Райли что-то нашел. Так холодно, по ногам прям дует. Берите снарягу, идем. Четыре танкиста и собака. Отряд 2, вы рядом с нами?
А собака что-то вроде интересная. Обещаю, мы снаружи. Парни, вы что-то нашли? Райли нашел. Собаководы-то эти вонючие. Так точно. Мы будем защищать выход. Конец связи. Мне нравится, когда приседаешь и сразу нажимаешь, и он встает. Это вообще новшество. Это лучшее творение. Лучшая придумка. Но некоторые до сих пор все приятные. Думаю, что такое мигает? Опять у меня глюки пошли. Компьютер, оказывается, это сюда. Плащ-палатка такой. Как прикольно, да, сделано, смотрите. К деталям такое отношение. Райли, рядом. Не знаю. Я вообще редко что хвалю, а подходи. Вдруг сейчас нахвалю эту игру, которую все опушили. Близко. Чё ты нашла это? Ничего я не нашел. В дверь справа. Ой, куда я пошел? Потерял. Вот они, что ты там ищешь? Иди сюда, собачать. Еха, ничего себе, кони, я в яблоках. Ну. Олени, блядь, какие-то. Или что, кто это? Здесь лучше ничего не делать. Когда вернемся, я тебя покормлю. 6-1, доложите обстановку. Неудобно так. Есть. Направляемся к пункту сбора серебра, как слышите? Да, скоро встретимся. Встречаемся у стены. Мы выдвигаемся. Я вот это не играл, да, я здесь, по-моему, не играл. Вот вообще жуть. Обалденно сделан, но да, апокалипсис такой. Блин, вот такую бы игру сыграть бы, да, реально, ужастик апокалипсис. Эй, с такой графой. В секторе чисто? А то все у нас эти сталкеры, блядь, все кривые. Все. Левая сторона наша, надо торопиться. Чернобыль, какой-то черная. Какая-то хренотень, ранний доступ я играл. Дрень такая вообще. Редкостная. У меня есть на канале, можете найти. Дали, дали, ищи. В самом начале я влияю. Такая херня, блядь. Метр на метр карта. Там кто-то есть. Ждем Райли. Постоянно задание вы на эту карту. Их ты, блядь. Что-то резко они тут меня сразу. Их мужик. Что ты загрызл, что ли, тварь? Их ты. Да куда ты встал? Опять разведчик. Пятый раз за этот месяц. 2-1, тут очередной раз. Подождите-ка, что-то тихо, блин, блин. Музыку-то я... Это убрал, видать, музыку-то. Разведотряд Федерации. Встречаемся у центра, перегруппироваться. То она как начала лаять, блядь, это музыка, она. В самом начале, думаю, да нахрен. Хорошо убрал. Тут серьезная игра, блядь, музыка еще не хватало, тут говна. Бля, вообще прикольно сделано, блядь. Я не ожидал от нее. Мне очень даже импонирует. Ты что это за чурбанёта, блядь? Я не пойму, кто это? Кто там? Чё там, блядь? Где там? Чё, ребятки, блядь? На кого вы тут, блядь? Это кто такие, блядь? Сюда. Райли, рядом. Блядь, чуть я его не завалил, блядь. Черта это, блядь. Пока меня все радует, даже чересчур, блядь. Прикольно сделано. Вообще обалденно сделано. Игра-то говно, говорили, блядь. И сюжета ни хрена ничего. Поэт дрочил. Пока вроде нормально все. Мне нравится, как поставлено, блядь. Игра, блядь. Блядь, я тебе грызло-то, блядь. Сколько раз должен крыс, блядь? Кто, блядь, стреляет? Эти тоже меня стреляют, что ли? Вы чё, блядь, обалдели, что ли? Тупорылые обезьяны. Да, блядь, смотри, гранату уже, блядь, кинули мне на... Успели, блядь. Мерзавцы вонючие, блядь, обезьяны. Я туда не пойду, пошли вы нахер.
О, птицы полетели. Это наш самолет или нет, блядь? Я так и не понять не могу, блядь. Да нахрен плевать, наш, ваш, нахрен. Очень, блядь. На, хвост ты потерял, тупица, блядь. Блядь, задел. Чё такое, я не пойму, чё делать? Там наверху козел вот этот дрочит, блядь, стоит там, нахрен. Петушина, блядь. Вонючий. Пошлите, чё вы тут встали, блядь? Пойдем снесем им. Мне снесли, блядь. Ладно, не будем так догнать. Слишком гордо, блядь. Смотри, далеко что ли, за это не достает. А так, а чё у меня там без оружия-то? Все? Одна тресня? Вот там какая-то есть винтовка. Блять. Вот этот козленок, блять, мне вообще дрочит у меня, блять. Куда полезть убежать? Чё они там бегают? Как в тире, блять, как в тире, блять, бегают там, дрочат. Блять, смотри, ну. Мерзавец, живучий, блядь. Такой, а? Опа! Похоже, он кинул там меня какую-то дресню. Кто? Я покинул, да. Блять, ребят, мне место надо, блядь. Так и придется мне вести, блядь, посередине, блядь. Все, ловить себя. Смотри, смотри, блядь. Шустрые ребята. Ну-ка вот так, если. Оп! Полетели. Собака. Дам-дам. Блять, опять кинул его. Сейчас мы его засекретим. Где он, козленок этот, блядь? Что-то они тут жесть, блядь, начали сразу. Такси, блядь, чья-то нахуй припарковался, блядь. Не вовремя, блядь. А как лечит, блядь? Я пошел за нормальным оружием, блядь. Что-то у меня не переключается оружие. Может быть... Переключалка заела, блядь. А, вот они у меня переключаются. Ни хрена ничего не переключается. Два оружия тут. Блять, я уже кнопки стал путать, одну игру с другой, блядь. Чё-то у меня лечит, кнопка, видать, не задействована, лечит. Чё? Нет, это движение, наверное, перемещение. Пригнуться. Лечь. Я говорю, что-то нет у меня ее. Что это за дресня такая? Я что-то два раза вот сдох из-за этого. Ложусь и ни хрена не могу. Блять, отдача такая. Союзники у зеленого дыма! Не очень хороший. Так что они жопой ко мне, блядь, все? Я не пойму, может это вообще наши? Какое-то сопротивление дураков. Ладно, тут хоть форму разная, а то в войнушку я играл. Там. Ну-ка, а вот это вот выкинул? Вот он, хватай гранатомёт и займись птичками, мы прикроем! А где гранатомёт-то? А, вон он. Опа, птичками. А собачкой не надо заняться? Может, лучше собачкой? Тихо, малыш, тихо! Да перестань, на самом деле, меня раздражает собаки лающие, блядь. Чё ты разорался-то, на? Как прицелиться-то, я не пойму. Эх ты, ребятки, блядь. Полетели.
Что такое произошло, я не пойму. Да чего ты перезаряжаешь, бери. Болванку. А почему он не наводит, я не пойму. Так все просто, что не надо наводить что-то. Где он вертолет? Опять взял его. Где еще есть кто? Ведите лазер, блядь. А я что сделал, блядь? Блядь, перезарядка вонючая, но. Как он там перезаряжает, не видно. Хочется, блядь, посмотреть. Промазал, блядь, птица, блядь. Перезаряжай. А, все. Да что ты, блядь, козел вонючий, я тебя не попаду никак, блядь. Ладно, не будем торопиться, давайте это нормально. Блять, опять он отпустил. Ну и тупорез, блядь. Че, сдох? Или нет? Смотри, смотри, какой живучий, черт, я ничего не вижу, нам вообще как свинья в апельсиновке. А почему у меня все одно оружие-то, блядь? Не два, не три, а одно. Что-то я возился тут, как таракан, блядь, чисто, с ними. Все чисто! Капрал Дэвис, отвечаете за транспорт. Бойня такая, понял, не видели? Возьму, блядь, на себя транспорт. Логан, сделано очень прям обалденно, мне понравилось. По крайней мере, начало меня зацепило. Я не знаю, что. Идем. Дальше будет видно, конечно. Шутеры я вообще не считаю, там сюжет какой-то в шутерах. Че, блядь? Войнушка есть войнушка. Я. Да, сюжет это главная тема, конечно, в любой игре, но вот в таких играх я не особо. Вот РПГ это другое дело. Ну, сейчас же шутеры делают, блядь, РПГ из шутеров. Сейчас я заливаю там эти наемники. Там вообще дресняно. Там нет никакого сюжета, блядь. Там и игры-то нет. Просто тир, блядь. Приехал, разбомбился, дальше поехал. С фотографом играю. Оп, собак, собак, собак. Вовка! Вовка! Рели. Да. Вовка! 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 Жарко. Повторяю, все поставки приостановлены. Пошли, надо найти старика. Что за Релли? Мухтар. Все на русское, блядь, переводит. Ты, ничего себе у них. Гараж какой-то внизу. Я слышал о нападении. Парни, вы в порядке? Как всегда. Прогуляемся. Че не так опять? Я не пойду с вами, пошли вы нахер. Отец, они казнили гражданских. Я знаю. Их разведотряды собирают падальщиков и бродяг, надеясь найти вход в город. Так они и захватили Далбус практически за ночь. Чем можем помочь? Пап. Так, вот эту мне херню надо убрать, вот эту отмазки. Вы последние, что осталось у меня в этом мире. Пап, блики отмазки надо как-то убрать. Послушай, а? Да что я на ультра там все прикрутил. Мы с Логаном, мы готовы. Ну и чего, чё, я ничего не сделаю тут. Ребятки. Опять вы тут. Так. Какие-то искажениями. Чё это за искажение? Чёрт я знаю. Как эту дресню-то убрать? Ну ладно, плевать, черт с ним. Вот дурень ты, блядь, чего я наделал-то, ну?
Не дай бог, еще не запустить. Восхождение Федерации началось много лет назад. Чего? Вот я что изменил там? Производящие энергию пустыни были уничтожены. Наступил коллапс зависевших от них держав. И тогда же началось возвышение Федерации. Федерация объединила всю Южную Америку. Размытие при движении, блядь. Поглощая все, ну, конечно, серьезные изменения. Экспансии на север. Обратив против нас Один, Федерация встала на границе Америки. Хочется поиграть те игры, которые вообще никто не видел. Что ослаб... Но их нет. Ну хоть вот поиграть удар. Те, мы которые я не видел. Упорно, пока не оказались. Может, еще кому-то зайдет. Потому что Far Cry 5 я силом себя заставляю. Вайланд силом заставляю себя. А мы вот теперь ведем оборонительную войну с превосходящим нас может противником. Быть, позднее, может быть, поюзать. Нет, наверное, на завтра оставлю. Вы отправитесь в нейтральную зону. Секунду, что, правда? Мы слишком долго оборонялись. Так что я отправляю вас за стену, ребята. Вы свяжетесь с разведотрядом. Соберете столько информации, сколько сможете, и вернетесь обратно. Так куда же в нейтральной зоне мы отправляемся? В общем-то, кому и знать, как не вам. Вы отправляетесь домой. Вот эти блики, маска, блядь, на лице у меня. Хрен уберешь эту дресню. Ну, наверное, убирается где-то, надо будет посмотреть. Мы называем это нейтральной зоной. Району между Лос-Анджелесом и Сан-Диего был нанесен огромный урон, когда Один повернулся против блики, нас. Блики эти водители. Пляжи, которые я помню с детства, теперь заброшены. Повсюду мины. Отец сказал, мало кого направляют в нейтральную зону. Слишком опасно, непредсказуемо. Раз он послал нас сюда, то это очень важно. Я хотел это модерн. Не мог избавиться от мысли, модерн, что он нас снова проверяет. Хочет преподать урок. Ремастер хотел. Там что-то какие-то проблемы. Я вроде в него играл, но я боюсь, что пойдут вылеты, пока не берусь. Это же все. Беда. Играешь сейчас, потом раз он вылетит. Опять надо заново перейти. Потому что люди так, не видели. Похоже, у нас все в порядке. Начинаю сканировать сектор. С этим, конечно, очень тяжело. Вижу врага. Вражеский так. Патруль запада. В бой не вступать. Пусть подойдут. В бой не вступать, пусть подойдут. Зачем они к нам подойдут? Наоборот, надо. Вперед. Пусть уйдут. В бой не вступать. Пусть уйдут. Что это за эф? У меня эф такой нету. А, собака, блядь. Уберите! Все. Третья группа в 30 километров. Собака, это спецоружие, блядь, там отвечает. Собачка. Да не в таком мундировании, что я не знаю, как она вот сумела так закрыть. Ладно, пора двигаться дальше. На них нельзя смотреть, а то они сейчас оружие. Сталкер 6, говорит Викинг. Мы на пути. Смотрели, доктор Кто? Вас понял, Викинг. По последним данным, в этой зоне куча врагов, так что будьте начеку. Пока идем по расписанию, так что добавляйте. Она раз и здесь. Понял вас. Решил опять пересмотреть «Доктор Кто». Новый сезон появился, оказывается. В декабре вышли. Сказали, 22-го выйдет. 13-й сезон. Ну, с бабой мне, конечно, не очень. Ты смотри. Ха. Никогда не думал, что опять ее увижу. «Доктор Кто» интересен тем, что там разные интересные рассказы. Сюжеты рассказов интересные. Сюжет. Ты что, совсем все забыл, а? Кроме там этих. Черт, это место Робокоп нагоняет на меня дикую тоску. Ну же. Так они зовутся. Гоблины, роботы. Задрали они этими роботами в середине там сезона. Здесь а где смотрите, вообще, да? Садище. Ну, в смысле. Точно, если наоборот. Черт, ого. Все провалилось, что ли, да? Город провалился там, да. Это они брыкнули этой штукой, да? Лазером брыкнули сюда, вот, в середину. Да? Я что-то не могу понять, как такое могло произойти. Ну дыру они прожгли, а как туда? Обвалилось все. Вот и дыру. Че, блин, вообще великолепно сделано. Смотрите.
Просто обалденные. Я говорю, они мастера на эти вещи. Могут подключить к связи. На всякие разрушения. Начали. Что такое? Жилет синхронизирован своей камерой. Тихо-тихо, куда ты побежал? Будет легче управлять. Теперь он всюду пойдет с тобой. Впереди две цели. Пусть разделится. Ближнего нужно снять сверху. Ну что такое, блядь, уберись. Заводитель, уберите! Я что-то так и не понял, атаковать-то почему у меня F не горит? Супер. Собака выявила. Все. Управляйте, теперь он всюду пойдет с тобой. Не нравится мне эта хренотень. Ничего не видать, блядь. Теперь он всюду пойдет с тобой. Впереди две цели. Пусть разделится. Да, вообще надо очень близко подходить. А куда идет второй? Может, привлечешь его внимание? Где он? Козёл тут. Я возьму этого. Ладно, Логан. Чё вы мне не дали-то, блядь? Мерзавцы, вы чё, обалдели, что ли? Бля, я только завёлся, нахуй. А как выходить-то отсюда, я не чё? Чё, вообще пока всё радует, собачка так прикольно сделала. Я уж не думал, что эта игра меня зацепит. Погоди, Иисус, снайпер на балконе. Снайпер. Так, сначала охранник. Куда ты побежал, блядь? Черт ты вонючий, блядь. Зверская работа. Все, наконец. Интересно, но и хватит. Похоже, там еще кто-то. Так, конечно, попроще. Давайте убиваем, что ли, чего ли, что ли, буксует. Блин, от третьего лица была бы вообще великолепная. Собака не успела никого. А вот, вот козленок, блядь, какой-то. Блядь, вообще прикольная игра, блядь. Че вы? Кто ее там хайл, блядь? Пока меня все радует вообще, блядь. Как это, кострикол на этой фортуны, призраки, блядь. Солдат фортуны, блядь. Только от третьего, от первого лица, блядь. Какой напряг. Эх ты, блядь. Эх ты, блядь. Эх ты, застрял, блядь, в каких-то кустах. В сранье в каком-то, блядь. Тупорез, блин, а. Сейчас я буду поумнее. Умней, блядь, смотри-ка. Я кодлы-то все переиграл, но, блядь. Батлы все. Блядь, опять это говно мне кинули. Эх ты, Юля, я выбежал прямо сюда, блядь. Все, я заблудился, блядь. Вы ранен в укрытии, да. Заблудился, я выбежал прямо на этих мерзавцев, блядь. Просто повезло мне сейчас, блядь. Бывает такое, что, блядь, везет так. Классно, да? Вы видели анимацию, да? Прикольно. Чего-чего, я не ожидал, что эта игра мне зайдет. Дрянь, блядь, классно вообще.
что за мерзавцы там хайли. Да. Минусы они везде есть, там, пока я их не вижу, да. Ну, сюжет, конечно, да, как какие-то ублюдки, блядь. Чё-то, блядь, завладели ядерным оружием, блядь, или как её, блядь. Лазерным оружием, да. Какой-то в голове там призрак какой-то, чёрт, блядь. Бывший сотрудник. Всех валит, блядь. Плевать, их стрелялка, блядь. Войнушка, блядь. Эта бочка должна взорваться. Это. Чё, неплохо? О. Вот эту стрельба, вы видели? Чик-чик, но. И всех почикал, блядь. Это вам не Far Cry 5, блядь. Покруче Far Cry 5. Пушками я не буду, мне вообще. Только я не пойму, почему не оружие одно, бля, пистолеты и тресня. А, надо пистолет просто поменять на другой, наверное, да? Как обычно, да. Пойдем отсюда, бля, быстрее с этого моста, бля. Опа, не успел, блядь, ай, сука. Редиска, блядь, хороший человек. Какое-то подергивание мне не нравится, какая-то резкость дергания какой-то. Может, блядь, плавность мыши у меня... Ой, блядь, сейчас я опять что-нибудь поменяю и опять будет... Апокалипсис просто меня вообще шокировал. Отношение к деталям, блядь, вообще прикольно сделано. Так, молодцы. А, на... Игрокам это... Я тоже вот заливаю некоторые игры, да? Мне кажется, что будут смотреть, ни хрена не смотрят. Кто это такой? Блять, наш, ёб твою мать! Так это наш, что ли, приехали? Или вот этот был? Да вот вроде не он был. Похоже, они пошли сюда. Это кто там вывалился? Что за мерзавцы-то вывалился? Понятно. Всосал, блядь. А, ну вражеская техника, давай. Вот этот дурак-то бегает, блядь, здесь. Хорёк-то мой, блядь. Кого там... сдох-то, ралли какой-то, всем насрали. Или вот этот, блядь, черт вонючий, давай я вперед пойду. Я лучше заранее брошу туда гранату, блядь. Гранат тут нормально, а то, блядь, две гранаты дадут, блин. Где этот мужик-то, блядь? Что за ралли-то, я не пойму, насрали. Вот это же не ралли какой-то. Какого-то черта везут там, что ли? Блять. Сука, не ту кнопку нажал, блядь. Гранату просрал. Ёх, ничего себе, вы видели, блядь? Дымичка. Вот это ралли-то вонючая, блядь. А я Мухтар ее все. Так а как ей приказать, чтобы она сидела на жопе-то, блядь? А, блядь, тише. Не дослушал, я закидал, блядь, гранату не дослушал. Ну чё, собаку опять убили, блядь? Как эту, сука, собаку вонючую, блядь, самому пристрелить, что ли, блядь? Может, ей команды какие-то надо давать, блядь? Обезьяна, блядь. Сейчас я им гранатами там закидаю, откроют они эти скворечники свои. Вот она здесь бегает, блядь, курица, блядь. Пропустим, блядь. Не пропускаются они, блядь.
Надо собаку закрывать. Где она, собака-то, блядь? Куда-то надо спрятаться, да? А я все, блядь, так пока не догоняю, блядь. Где-то я должен заховаться, блядь. Чтобы они нас не заметили, да? Вот сюда, за машину, блядь. За сранью, блядь. Спрятаться. Я вот тут решил всех обечистить. Специально так сделали, что нельзя это было. А мне так хотелось всех отстрелять. А, хрен там. Хороший мальчик, Райли. Собака здесь умнее, чем я играю в этих, как их, в Вайленде, блядь, в этом, да. Там тупорезы со мной бегают, тупорезы, блядь. Просто бестолковый чурбанё, блядь. Чурбанё и то умнее, да. Они деньги вон как считают, блядь. Начали. Чё опять? Опять с этой собакой, что ли, возить? Куда ты побежал-то, блядь? Я ничего не слышу. Осмотри все вокруг, вдруг что-нибудь попадется. Только метку я увидел и все. Понять не могу, куда надо. Это уберем, да. Прямое попадание. Утрало. Застряло. Так, мы внутри. Попробуем выяснить, что тут творится. Где? Кадык вырвает, нахер. Потрёх. Правильно. Так, мы сейчас в пути. Вот эту еще давайте зажарим. Съедим, блядь, потом зажарим. Куда все мне прибавляют? Все, еще иди. У нас что, 20 человек, что ли, блядь, не высовывайтесь. Парень на трейлере, видишь его? Укрупу на штаб, посмотрим, что там. Так. Видишь Москву этого парня? Раз, что ты все-таки с нами. Марк, что такое? Ты будто призрака увидел. Я тебе ничего не скажу. Ну что же, это очень плохо. Перевод такой, да? Я тебе чуть скажу. Неужели ты думал, что со мной будет так просто? О, нет. Нам с тобой еще многое нужно наверстать. Всех перебросить на базу Чарли! Включай его! Операция возвращения будет идти по графику! База Чарли, операция возвращения. Викинг, вы где сейчас? Вам лучше ускориться раза в два или останетесь одни? Вас понял, уже в пути. Замечаю точку сбора. Вытаскивай оттуда Райли, встречаемся у выхода. Проведи Райли на юг, к точке сбора. Иду. Как это просто делать? Надо вот этого чурбана, блядь. Не высовывайтесь, вас обнаружил один из охранников. Так что обнаружил, блядь, этот барбос, блядь, вонючий, блядь. Не прыгнул ни хрена, блядь. Я хотел обесчестить их, блядь. Так, куда идти-то, блядь? Или наоборот, блядь.
Куда идти-то я не понял, но. Ни одного человека я не видел. Вон лупит как бы. Давайте мы упанем. Значит. Может наоборот назад идти? Вот сюда надо идти, я туда попер. Да чё, блядь, сориентировали бы меня как-нибудь. Черт не знает, я туда. Чего хочет этот пес? Райли, рядом! Да пес с ним. Никому нужен. Стар! Что-то здесь не так. Ну чё ты конючишь-то? На кого? Вон, блядь. Какую-то дресню, блядь, горёт. Блядь, волки какие-то, сука. Левая кнопка. Чё себе, блядь, тигр, блядь. Я нахуй ненавижу я вот эти вот тыкания, блядь, по кнопкам. Терпеть ненавижу. Это для кого делают, для этих мерзавцев, что ли, блядь? Который любит эту дрочилову, блядь, на приставках-то. Блядь, ничего, стрельнуть не дают, ничего не дают мне сделать, блядь. Собакой броситься не дают. Только не начинайте меня раздражать. Заблудились? Тут, своей нет. Недовалкой, блядь. Мы искали вас, капитан Мэрик. Окер, думаю, у тебя есть кое-что для меня. Федералы везли одного парня на базу огневой поддержки Чарли. Он ваш? Да, Аякс. Ладно, времени в обрез. Можешь остаться. Пока я с нами, думаю, но что вторая часть, скорее всего, будет. Это ясно? Плевать, да, будут смотреть, нет, мне что-то самому зашла. Очень неплохо сделано. И по графике, и вообще, и рельеф. Да все, пока все радует. Ну, конечно. Ну а че вот это, как он, Фишер, Блэклист. Там тоже, блядь, нет ничего, нахуй, никакой там. Какого сюжета, так такового, чтобы был он интересен. Тоже дрочил его, да. Ну там так, тактика. И здесь мне просто нравится тактически. Здесь пока все в тактику упирается. Очень импонирует его. Да. С собакой и все. Парочка отбилась. Может плохо кончиться. Ладно, Дивис, располагайте прикольно. Че они там заниматься военными? Отбитой парочкой. Да. Огонь по усмотрению. Блять, кто там нас стрельнул? Какой ублюдок, блять? Поднял огонь, блять. Блять, граната на все. Вот как этот гостриком-то, это как я играл, это моя любимая эта игра-то, блять. Призраки-то, блять. Там вот такая же стрельба, блять. Только там от третьего лица просто, блядь, выхлёстывают всех, надо. Прям спецназовцы натуральные, а не какая-то хренососень. Так я хочу... Где у меня это? Пистолет-то, блядь. Вот если я возьму оружие другое, блядь. Будет у меня два оружия, да? Ну, дрянь, вообще, дрянь какая-то. Я взял какой-то пулемет. О, смотрите-ка, там еще что-то интересное. Вот. Вот эту штуку надо подобрать однозначно. Да? Один есть. Вот это вообще жесть, да. Еще бы глушак к ней, блядь. Прикрутить, блядь. Объект прямо по курсу. Вот это вот мутка. Собака-собака, видели, сделали. Себя. Как раз нет, блядь, это кто это там? Я не пойму, это что-то своего, что ли, завалил, или кого, блядь? Вон козел стреляет, блядь. И вот козел. И вот козел, блядь. Да что ты, блядь, шифтом надо, блядь. Не уйдешь, блядь. Как-то этот светлости, блядь, не хватает. Я... Аякс долго не продержится. Что-то какой-то блеклый игра, блядь, какая-то блеклость. Сейчас я вам тут прикручу, блядь, серьезных вещей. Макс. Ни хрена ничего не придумал.
А, это я, нет, прибавится. Отличная игра, пока меня все радует. Они вылезли, как я их высрал, эти все игры уже тысячу раз. Да? Они сделали себе репутацию за пределами стены. Она расползлась по нейтральной зоне, словно облако. А сюжет мне никакой вообще не впечатляет. Оружие покруче меди и стали. В Call of Duty. Ну вот если только эту, Мэри, которую я игры. Проходил сейчас. Это о них говорил отец. WW2, призраки. И кто-то все же посмел бросить им вызов. Полное название. Они направлялись в Сан-Диего и на территорию Федерации, чтобы найти своего человека, Аякса. Война есть призраки. Война. Чего ты? Раньше они нам только снились, а теперь мы собираемся вступить в их ряды. Сюжет хорош в РПГ, в ужастике каком-нибудь. Стрелялки так пойдут. Пока 4 очка от меня, да, из 5. Это большая оценка. Ну, сейчас меня разочарует точно что-нибудь. Управление радует. Легко, просто играть. Снайперская винтовка активирована. Пока все отлично. Осмотритесь. Надо найти Аякса. А я где-то там слыхал или читал, там есть подводные задания. Там вообще говорят обалденно. Так, где мне прибавлять? Вражеский патруль. Продолжаем. За поле, блин. На поле его нет. Осмотри ложу прессы. Есть, прямо по курсу. Приблизить. Хакируется. Вроде наш. Вон там, приблизь. Это он, наш парень. Какой аджикс какой-то. Его переводят. Надо уходить. Мы входим. Нас прикроют. По-твоему, зачем ты здесь? Ух ты. Дайте мне вот такую дудку. Конвой тоже подходит. Цель здесь получше. Надо вызвать детонатор. Что это за хребосносение? Качу, а прямо отсюда стрелять? Да отсюда ничего никуда я не дострелю. Че? Мины, что ли, минирую я, что ли, жадик? Идем. Похоже, они уходят. Что-то случилось. Может, мне пока переключиться? А почему-то у меня вот вперед-назад переключение. Дождите-ка, меня начинает подбешивать. Почему-то у меня оружие не переключается. Сменить оружие. Колесо вверх. А вниз как? Ну ладно, вверх плевать, наверное. Вверх, вниз, вниз. Да. Ну, ладно, куда? Че, залазь куда-то? Что? Где вы? Собаки. Че надо? Слава богу, мне хоть не рулить, бля. Я уже зарулился в этом, блядь. В Айленде, блядь. Смотри, наездился, блядь. На этих джипах, блядь, вонючих. По помойкам поедем, блядь. К гаражам поедем. Пустым, блядь. Так-то вот близко-то я смотрю, вот, свет-то полно, блядь. Чего не так? Собака что-то думает там, блядь. Куда ты рулишь-то, блядь? Тупица, блядь. Да, заруливать-то, блядь. Вы что, решили прям туда заехать, что? Они туда прям решили заехать, блядь. Вы видели? В ложе, блядь. Собаку, да опять сейчас... Нагер, собаку. А у меня есть эта дудка-то или нет?
пчелку хотел его щелкнуть. Пчелку щелкнуть хотел, блядь. Вот эту вот, блядь. Игорь попёр, блядь, опять, блядь. Нарожён, блядь. Е, гранату я кинул там, блядь. Это в бочину мне лупит, блядь. Собаку сейчас купанут. Вот это кто это, на? Вот, вот это козел, блядь, стрелял мне в седалище-то, блядь. Потому что я не видел, чтоб там кто-то стоял, блядь. Где ты, козленок, блядь? Не поднимается он, блядь, он не поднимается крыльями. Что ты бойня, блядь? Блядь, наш. Ничего, так быстро мы их выдвинули, да? Ничего страшного. Они держатся, блядь, командой. Я прыгаю, и они прут. Нормально в всех играх, они как вайлинги, блядь. Упорезы, блядь, там одни нам. В жопе у меня сидят и в жопу меня убивают, блядь. Вообще, я не понимаю, как можно после призраков сделать такой высер, блядь. Наверное, друг разные команды делали, блядь. Вперед, а я их долго не протянет. Со мной там не заглядывайте. Я помню, кто-нибудь играет, да и а сам заглядывай. Быть здесь. Будьте готовы. Очень шустро, быстро, мне все нравится. Вот третий. Батла третий. Аякса должны держать здесь. Обалденный блин, сюжет там и все интересно там все. Ну, тоже какой-то нахуй. Сигнал твой выстрел. Блять, я своих херачу, блядь. Не пойму, блядь, как будто я на другой стороне нахожусь. Я здесь нахожусь, а я как будто. Где вы за дороги? Куда вы его увели? Затупил я, блядь. Я что-то такого вообще не припомню в одной игре вот такой. Не знаю, где он. Райли взял след. Вперед! Что камера оттуда смотрит, блядь. Не сквозь стену, блядь, откуда-то оттуда я рулил. Типа дрон, что ли, какой-то. Засали, блядь, засали. А где он? Где РПГ, что ли? Все. Эх, блядь, вот еще один пищепил. Чисто. Следите за Райли, он приведет нас к Аяксу. Да, наверное, люди были расстроены, эти как разработчики, блядь, что игру так отпустили. Игра-то, блядь, замечательная. Игроков не поймешь. Вражеский патруль. Примерно с десяток. У нас нет времени. Надевайте противогазы. Намордник. Пускайте за нога! Чё себе мы тут накрыли их, бля, вы видели, бля? Вообще тактическая игра, тактическая, никакой это нахер. Не Call of Duty, бля. Обалденная тактика, бля. Всякие примочки, блядь, все, и не 25 кнопок. Вы видели там кнопок сколько? А, я все, наверное, не лазил, там показывал вам. Как обычно, 10 кнопок, блядь. Я за ним слежу. Они выхлестывают мои, самые главные, тактически действуют. Обалденно, то есть они тоже валят всех нам. Они просто бегают, как тупорезы, блядь.
вас понял! Кто тут? Где ты? Уничтожите! Куда они бегут? Пойми. Эй, меня стреляют! Да, блядь, присядь ты, приляк. Сейчас я достану дуб. Этого выцепили. Кто там еще, блядь? Кого вы стреляете, я не пойму. Блять, на колено встал. Газ, я уж даже не припомню, в какой игре ты с газом-то я бегал, блядь. Газ, блядь, врубай, блядь. А, как в Call of Duty тоже это, как вот, Black Ops, что ли, там, да? Два, по-моему, да, с русскими, так. Там газ, блядь, врубали, блядь. Цель прямо по курсу. Так точно, вижу цель. Райли снова взял след. Недооцененная игра, мне кажется. Чё бы ночное видео? Должно быть не близко. Да ни хера не видно, блядь. Тут всё так светло было, то это дальше темно. Светлость я так не прибавил. Так, куда идти-то? Потемки тут, ребят, я черт не вижу. Ну чё, давай, кто? Чё? Собаку у нас доловали. За ручку дерни. Так, грызешься, блядь. Профессионально. Мы с тобой, Логан. Давайте вперед. Уже стоит, блядь, не встать нельзя. Шустрый парень. Возьми нормальное оружие, ты вот. Пошел себе. Ну, давай я гранчу нашли. Охраны нет. Будем ждать сигнала. Логан, живее к той двери. Сначала пусть ходит через пять. Блядь, я хотел сам кинуть. Просто, блядь, расстрел. Расстрел, блядь, урагана. Как это, призрак, там в конце, в самом конце, там психическая атака. Они прямо идут и стреляют, блядь. Возле поездов. Финальная сцена. Просто крутяк. Просто идут они просто, не бегут, а идут и просто лут, блядь. Не присаживайся. Плохо. Вот зараза. Держитесь там, Аякс. Держитесь. Орк. Я всегда восхищался игрой. Его цель. Смотрите на стену. Ну же, держись, Аякс! Он умер. Мать! По крайней мере, вот сейчас по первым шагам лучше, чем батла четвертая. Приготовьте его к старту. Если сравнивать, вот так приблизительно выход этих игр. Вот. А кто, блин, такой этот Рорк? Нет времени объяснять. Третий, конечно, покруче. Не заходит. Пошли, быстро. Хотя я и не знаю. Третий тоже разнообразный, как и. Там сюжет третий, да. Все молодцы, но теперь нам надо в Лос-Анджелес. Быстро. А здесь просто дрочили. Да что ты, блядь, за черт, блядь, ты вонючий, блядь. Смотри, какой, сука, лихачер, вы видели, блядь. Он, сука, все пробежал, блядь. Мерзавец это, блядь, я его убить не могу, достать его не могу, смотрите, блядь. Или сдох он все-таки.
что-то, блядь, где у меня это, как ее? Норм... Гранаты-то, блядь, я все их раскидал. Газовые, блядь, как были, да? Бойня, блядь, бойня прям идет, да. Реальный бойня. Блядь, гранату кто-то шмальнул, блядь. Че, блядь, может садиться надо? Телегу, блядь. Блядь, не показывает кнопку нажимать какую чего. Ты че, я, блядь, стреляю, вот в одного я попасть не могу, вот в эту вот черта, блядь. Гнилье какое-то, блядь. Что-то встал-то там. Флэш, Логан, вы меня слышите? Как у них дрон-то? Где он вообще, этот дрон-то летает? Возвращались бы вы, ребята, поскорее. Папа! Папа! Папа. Пока все ок. Я видел раньше, как подбирают павших. Но не так, как эти люди. Это был знак уважения призраков к Аяксу. Прямая противоположность тому, как он, видимо, умер. Если его убил этот Рорк... Для Дзена говорю, заходите на Ютуб, смотрите в 2К. В хорошем качестве. Он охотился на призрак. Даже Full HD у вас будет лучше. И вновь качество будет лучше. И вновь переходите, эти меня поддержат. Потому что когда-никогда, все равно Дзен, возможно, будет закрыт. В гуще этого побоища был наш отец. Держите его найти. Только не ради него и сижу. Может быть, когда-нибудь к пенсии. У меня более 600 роликов. Так что заходите, смотрите, не только игровые. На главной странице там плейлисты все есть. Я не удивлюсь, если эта игра окажется одна из лучших на моем канале. Пока меня все радует. Не знаю, почему такие отзывы. Это опасно. Прям ужасно плохие отзывы. Давайте на этом остановимся. Я думаю, достаточно одной таблетки. Как я всегда говорю. Спасибо за внимание всем. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.